Наша съемочная группа побывала на Олимпиаде. В Чувашском государственном педагогическом университете в эти дни мерятся знаниями по физике школьники со всей республики. Это вовсе не урок труда. У данного картофеля более высокая миссия, нежели оказаться на сковородке. Над ним ставят настоящие научные эксперименты. Второй тур регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников так и называется – экспериментальный. Здесь ученики, которые уже проявили себя в своих учебных заведениях, у сегодняшних победителей впереди Россия. В прошлом году юных физиков со всей страны на заключительный этап собирали во Владивостоке. Мы далеко не отошли от школьной программы, то есть изучаем те же законы физики, которые мы в школе проходили. Правда, есть, конечно, межпредметные связи, где необходимы знания и как по химии, и по математике. Расчеты надо делать. И, конечно, в экспериментальной туре особенно необходимо свои руки иметь. То есть проводить опыт на должном уровне с применением всех хитростей и особенно посчитать, какая эта величина получилась и с какой точностью мы определили эту величину. Помимо путевки на всероссийский тур, победители получают и существенный бонус при поступлении. Победа на региональном этапе приравнивается к 100 баллам ЕГЭ по соответствующему предмету. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.